Президент Российской Федерации Владимир Путин вернул в казну часть денег, потраченных из бюджета на его завтраки. Питание Владимира Путина обходилось налогоплательщикам 850 евро в месяц. Или около 74 тысяч рублей. При этом в законах России нет пункта о покупке продуктов питания для главы правительства или же президента. Обалдеть. Общая сумма затрат на питание Путина составила целых 14 тысяч евро. Или 1 миллион рублей. Из них 10 тысяч Владимир Путин уже вернул. Оставшийся долг Путин обещал отдать до конца месяца, потому что наличных денег у него нет. Звучит абсолютно дико. И действительно, это дико. Потому что текст не о Владимире Путине. Текст о премьер-министре Финляндии, которую зовут Санна Марин. И она действительно из 14 тысяч евро, потраченных на ее питание, 10 тысяч уже вернула. Всей суммы у нее, конечно же, не было, потому что зарплата у нее не позволяет вернуть сразу такие большие деньги. Она вернет еще 4 тысячи со временем. Но вернет все до копейки. Именно поэтому в Финляндии зарплаты в 10 раз выше, чем в России. А что до Владимира Путина, то у него один туалетный ёршик стоит дороже, чем содержание премьер-министра Финляндии целый год.